Может быть, лучше горячего шоколада? Это один из самых популярных напитков в Чехии. Нет, все же все рекорды в этом рейтинге бьет минеральная вода Карловых Вар. 12 термальных источников называют природным лекарством. Ну, судя по фотографиям, действительно, источники прекрасные, а они еще являются бальзамом для души. Очень красиво. Но вот если вода – это лекарство, то, получается, ее нужно принимать по назначению врача? Ну, в принципе, да. Чтобы не запутаться, для чего каждый источник, их объединили в колоннады, обозначили цифрами и буквами. Вот, например, первый в гейзерной колоннаде в Ржидло лечит гастриты. К слову, в зале, где бьет этот гейзер, полезно подышать полчаса насыщенным воздухом, если вы страдаете заболеваниями верхних дыхательных путей. Там три типа воды, подписанные не латинскими буквами. А, Б и С. А – естественная температура, а Б и С – искусственно охлажденные. Ну, все это хорошо, конечно, но мне кажется... Экспериментальный материал для опытов в виде осадков узнаем из прогноза погоды на 12-м канале.